Вот они уже все трое стоят. Надо доделывать, соединять парк Патриот с нашим сквером. К сожалению, вторую часть парка до сих пор еще ничего не сделано. И не видим пока перспектив на будущее. В этом году одни ответы пришли, что денег нет. И все решает администрация Севастополя. Началась целая декада праздников, связанных с авиацией. Поэтому в целях подготовки ко дню военно-воздушных сил 12 августа 2024 года мы сегодня вывесили вот такой красивый стенд, чтобы люди видели, что наступает праздник. Как его будем отмечать? Дополнительно известим, но отмечать будем всех ветеранов вооруженных сил, кто связал свою жизнь с военно-воздушными силами, членов их семей, с наступающим праздником, с Днем военно-воздушных сил России. Нахожусь сегодня в сквере ветеран, который расположен напротив самолета. Ничего говорить не буду. Единственное, что хочу поблагодарить Колесникову Валентину Жоржиевну за ту помощь, которую она многие годы оказывает нашему ветеранскому движению авиационного гарнизона «Бельбек». Просьба моя выполнена. Не без ее участия скамейка вот эта поломанная восстановлена. Валентина Жоржиевна, спасибо вам за участие во всех делах ветеранской организации. Очень рад, что вы нас слышите постоянно. Здоровья вам и благополучия. У нас 12 числа, это понедельник, 19 часов, будет отмечаться День военно-воздушных сил. Приезжает сюда Кулагин, предвыборной кампании Камзолов и многие другие должностные лица. Люди будут задавать вопросы. Ну, этот вопрос мы с вами со скамейкой закрыли. Спасибо.